5 червня, середа, традиційне зведення. Пане Романе, вже немає, мені здається, жодної якоїсь критичної військової цілі на території Білгородської області, аби наші оборонці не влучали. Зараз от бачимо це влучання в електропідстанцію. Відразу хочу попросити наших глядачів поставити лайк, прокоментувати і поділитися. Тому що тоді алгоритми Ютуба краще будуть просувати це відео і більше людей зможе побачити роботу наших героїв. Електропідстанція горить, пане Романе, і загалом в Харкові кажуть, що вже четверту фактично добу не прилітають ракети С-300, що це є рідкість. Все тому, я так розумію, що наші оборонці добре пропрацювали саме по цих установках на території Білгородської і Курської областей. До дальності в 60-70 кілометрів проработали, росіяни зараз звернулись, ушли на 100-120 кілометрову дальність. Це гранична дальність для С-300. Но есть еще С-400, это уже под 150 и дальше километров. Потому расслабляться в этом смысле не нужно. Почему? Потому что если нам не дадут возможности работать ракетами атакам 100-мильными М-39, то россияне в ближайшее время уже на новых дальностях, с новых позиций продолжат геноцидные удары по Харькову и трансграничным областям. Потому важно сейчас вот в этих всех контактах, особенно с Белым домом, показать на пальцах, рассказать, то есть чуть ли не с тактико-техническими данными показать и рассказать, что вот это критично важно. То есть не только «Хаймерс», чтобы работал ракетами М-31, а и М-39. Не 80 километров, а 165. Вот тогда можно будет сказать, что от С-300, С-400 Харьков, как минимум Харьков прикрыли. А то, что уничтожается энергогруппа российская, это как раз та, которая генерация, естественно, трансформаторы, это система передачи электроэнергии, это те станции, которые питают военные объекты российские. Это как раз на тех локациях, где расположены российские войска, естественно, отминусовываются эти энергоподстанции. Поэтому, скорее всего, это работа беспилотников. То есть оптимальный вариант как раз по электростанциям работать беспилотниками. Ну, до речі, про удари по російській території, пане Романе, така цікава заява появилася від координатора нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, тому що він каже, що, виявляється, США ніколи не забороняли збивати авіацію російської росіян, окупантів, над її територією. А як мінімум, для мене це звучить якось дивно, тому що якби ми мали дозвіл, ми давно би намагалися би, правильно ж, знищувати. Чи я помиляюсь? Ну, это Кирби, скорее всего, не в курсе, не вхож, либо не допущен к некоторым механизмам, которые при передаче военной техники. Они есть, ограничительные механизмы, включаются постоянно, потому мы почему с ними-то и боремся. Потому что при передаче, особенно американского вооружения, идет определенные ограничительные механизмы, причем не только словесные, они же еще и вносят это ограничение в средства поражения. Там есть такие, особенно те, которые идут по GPS-навигации, по координатам, вот там можно внести еще и технические моменты. Потому что мы иногда, вот сейчас вот три «Хаймерса», это как раз были заказаны с системами наведения, в том числе и по российской территории. Пане Романе, також Генштаб повідомив наступне, що в Криму була уражена паромна переправа, також нафтопереробні якісь резервуари. Фото і відео традиційно не з'явилися в мережі, але офіційне повідомлення від Генштабу є. І загалом сюди ж хочу сказати, що наш рух АТЕШ, це партизани, які працюють в тому числі і в тимчасово окупованому Криму, кажуть, що росіяни активно зараз почали з оборону будувати навколо Керченського мосту, якісь баржі стягувати, тому що очікують на атаку по Керченській переправі. Ну і тут каже видання Більд, що начебто справді ЗСУ готують атаку. Ну, это Генштаб подтвердил те данные, о которых мы с вами проговаривали на прошлой неделе. Это поражение порт Кавказ, это как раз там нефтетерминалы были поражены. Это уже российская территория. И поражение паромных механизмов. То есть два парома, один был затоплен, один поврежден. Это как раз и есть паромная переправа. Но хотя паромов у россиян там 8 паромов входит. Они же не только там именно по Керченской, они и по побережью российскому побережью Черного моря, они там тоже
происходит между портами черноморскими, российскими и Крымом. Потому еще как минимум 6 паромов надо достать. Но они, понимая эти задачи наших средств поражения, они сейчас их отогнали как раз ближе к России. Потому подтверждение старых задач выполненных, но Генштаб он пока не получит 100% подтверждения, но информационный поток не выдает информацию. Потому, а вот уже работа по Керченскому мосту, но мы ее давно уже ждем, уже третий год, это как минимум с 22-го, а так реально с дня постройки. То есть уничтожить этот один из основных артерий, основную артерию в Крым надо было еще вчера. Ну, подготовка идет, это понятно. Уничтожение сначала идет, а чтобы два раза не ходить, называется, идет уничтожение ПВО противника под заход F-16, под работу уже наших авиационных средств поражения. И, скорее всего, в этой общей задаче будет и уничтожение моста. Россияне это прекрасно понимают, видят по действиям наших войск и пытаются его перекрыть. Причем опять они вернулись обратно к морскому прикрытию. То есть там и подводные некоторые сооружения строятся, и надводные, и боновые подтягивают баржи. То есть ждут в том числе работу и Сі-Бейбі, и Магури по Керченському мосту. Пане Романе, Інститут вивчення війни каже наступне, що нашим оборонцям на Харківщині, це в районі Вовчанська і Липці, вдалося відбити вогневі позиції, знову ж таки, в росіян. І загалом ситуація в окупантів на Харківському напрямку дуже така важка, тому що вони не просуваються і несуть великі втрати. Вчора ми з вами говорили про те, що немало потрапляє в полон. Ну і ми з вами також згадували, що там працює в тому числі перекинуті з південного напрямку, з правого берега птахи Мадяра. Але от тут питання виникає. Якщо перекинули ці сили з півдня, відповідно, угрупування військ Дніпр на лівому березі, ну, піти на правий берег вони не можуть, я так розумію, так? Тому що там немає абсолютно ніяких можливостей. Але вивільняються їхні сили на півдні, а ми знаємо, що це найбільше угрупування на півдні. Ну, вряд ли они там освобождаются. Дело в том, что это подразделение Мадяра туда перешло, ближе к Харькову. Там просто больше возможностей для его работы. А на правом берегу у нас достаточное количество войск, причем подразделений там много, разного уровня. И Главное управление разведки, службы безопасности, и пограничники, морская пехота. Это я уже не говорю о вооруженных силах Украины, то есть именно в ВСУшных подразделениях. Потому правый берег не остался без дронов в этом смысле. Это просто было перемещение, причем, скорее всего, инициированное самим Мадяром. Так как плотность войск российских как раз на Харьковском направлении намного больше, чем плотность войск по левому берегу. Значит, и коэффициент использования этого подразделения там будет просто больше. Ничего страшного в этом нет. А российские войска, которые вдоль Харькова начали наступательные действия, те, которые были туда переброшены, количество войск, оно, конечно, недостаточно не только там для наступления на Харьков, но это можно сейчас уже показывать, так сказать, на пальцах нашим слушателям, когда несколько месяцев говорили назад о том, что невозможно тем количеством войск, которые разворачиваются в районе Харькова, там наступать на Харьков. То есть это было серьезное российское ИПСО для того, чтобы создать панику в самом Харькове, для того, чтобы выдавить харьковчан из города, ну и так далее и тому подобное. А реально это соединение, которое насчитывало там где-то до 30 тысяч российских войск, опять же, они не все вышли на линию боевого соприкосновения. Ну, то так проводятся боевые действия, что на ЛБСе там треть находится, а две трети это тыловые службы, которые выполняют задачу для поддержания боевого состояния войск на передке. Потому, если говорить о реалиях, то там всего лишь 10 тысяч россиян, которые проводят боевые задачи, выполняют, а все остальные рядом постояли, называется. Естественно, их недостаточно, они еще и растянулись на 80 километров фронта. Да им максимум там 10 километров можно было держать, а не более того, и выполнять задачи тогда, да, бы они там по несколько месяцев бы могли бы потоптаться. А растянувшись на 80 километров фронта, эти 10 тысяч россиян, даже с тылом еще в 20 тысяч,
они когда-то закончатся, они заканчиваются. Естественно, наши войска, уже создав такую многоэшелонированную оборону, начинают переходить в контрнаступление по некоторым позициям. Естественно, отбивают ранее утраченные, лучшие для обороны позиции сейчас занимаются. Для того, чтобы, во-первых, выполнять основную задачу. Не будем мы наступать там на Россию, может быть, не сейчас. Выполнять основную задачу, перемолотить эти 30 тысяч россиян. То есть уничтожение армии противника – основная задача любой обороняющейся армии. Потому туда и Мадяр поехал, переместился, потому туда некоторые части, у которых есть вооружение как раз для массового уничтожения российской армии, именно там, на этом направлении. У россиян сейчас проблема. Через, это же опять же война, это же все просчитывается. Через там полторы-две недели там закончатся войска, те, которые могут вести активные действия. Им надо либо отходить за линию границы, либо, допустим, перебрасывать резервы с Восточного фронта, там, где они реально давят. Потому что вот мы рассказываем про Харьков, вопросов нет. Но это десятая часть тех боевых операций, которые сейчас россияне проводят, особенно на Восточном фронте. Потому две трети, это как минимум, операций идет именно в районе Донецка, то есть Донецкого фронта. А по Харькову, естественно, это меньше, но, тем не менее, оно идет в информационном потоке, и россиянам теперь нужно будет принять решение либо отходить, то есть сворачивать эту операцию по Харьковскую, либо перебрасывать резервы с Восточного фронта, снимать их оттуда, значит, уменьшать плотность войск на этом направлении, на Восточном направлении. Нам станет в этом смысле легче. С точки зрения военной логики, нам бы сейчас, на данный момент, Генштабу, увеличить давление на Харьковском направлении. Я даже больше скажу, можно самим развернуть боевые действия, допустим, по направлению на ту же Суджу в районе Сум, где российские войска находятся, связывать войска их и заставлять россиян перебрасывать резервы с Восточного, с Донбасса, перебрасывать резервы в Белгородскую, Курскую, Брянскую области, растягивать фронт. То есть нам надо воспользоваться таким одним из основных золотых правил айкидо. Используя силу противника в своих целях. То есть растянуть их, раз они сами туда пошли, тянуть дальше, и тогда давление на Восточном фронте намного уменьшится. Тем более у нас лучшие, по некоторым направлениям, у нас лучшие позиции. Единственное, что надо переломить в себе эту парадигму обороняющегося вечного мальчика для битья. Наступать надо. Наступать на Россию. Вот в районе того же Богодухова там есть определенное соединение россиян. Наступать, начинать двигаться, заставлять россиян бросать основные направления фронта и перекрывать направление на Москву. Они ж, зачем им тот Донецк? Они сразу побегут Москву прикрывать. Но это надо Генштабу работать как раз и над психологией восприятия боевых действий в том числе.